ждали, мы с вами, болельщики, вот этого. Что творится сейчас? Переполняется, по-моему, душа сейчас за радостью, за всех. За всех нас с вами. За победу Татарстана. Первый раз в республике команда стала чемпионом России. Мы, конечно, сразу не поняли, но радость была просто сумасшедшая. Первое впечатление, говорю, мы просто пока не поняли после игры. Вот, а потом уже как бы через на другой день, наверное, уже как бы все, мы чемпионы России. Вот. Все так задались целью, то, что вот в этом году мы можем выиграть чемпион, стать чемпионом. Вот, и большинство как бы играли за свой город, за Татарстан. Просто выкладывались, просто ловили шайбы лицом, там, раздевалки даже, как бы такая была атмосфера, то, что вот, любой мог сказать любому, там, как бы, ну, был, коллектив был очень дружный, просто был коллектив сумасшедший дружный. Вот, как бы говорится, один за всех, все за одного, как это у нас было.